фигня была? Мира, вы что вы такое поете? Станции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Ура! И какой бы богатой ни была история других городов России, биографией своего города мы гордимся по праву. Энгельс навсегда останется той единственной точкой на планете, где впервые в истории человечества приземлился первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Зоя! Шургина, ты где? Ты делаешь неправильно. Ты Шургина проглатываешь, а самое главное здесь именно акцент на Шургина. Понимаешь?